Опять же, в рамках Блица Рыбинск показался довольно привлекательным местом. И там, там что это за местность? Слышно? И хлебные, и, в общем, и водохранилище, опять же, одноименное. Все это очень как-то выглядит впечатляюще на такой вот взгляд поверхностный. А вот если там поковырять, там есть повод действительно туда ехать, проникаться историей? Вы знаете что? Ну вот, по-моему, спохватились-то не несколько лет назад, а прям вот буквально на днях спохватились. Потому что дело в том, что Рыбинск, ну, кроме, наверное, Рыбинского водохранилища и то есть такой вот не совсем глубокой истории, Рыбинск в Золотое кольцо вообще никак бы не входил. Да, официально и сейчас вроде не входит. И сейчас, ну вообще, кого принял, не знаю. Золотого кольца, это 8 городов. Это Сергиев Посад, Переславль, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир, Сумы.